рисовать мишку Тедди. Вот эти мишки Тедди, это уже которые я нарисовала. А сегодня я буду другого мишку Тедди рисовать. Сейчас я вам покажу, которые у меня нарисованы мишки Тедди. Вот такой мишка Тедди сидит за столом с мышкой. Вот такой вот мишка Тедди с зайчиком. И вот такой мишка Тедди в футболочке. Но сначала не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, начнем? Основные элементы фигуры медвежонка Тедди это изобразим для головы круг. Изображаем вот такой круг. И под ним туловище. Рисуем овал. Далее рисуем вот такие вот овалы. Это будут лапы у медвежонка. С одной стороны рисуем. И с другой такой же стороны. Такие вот лапки у нас получились. Здесь теперь проводим два перекрещивающихся отрезка. Так вот, один и второй. Так у нас получилось. Эти линии помогут вам нарисовать мордочку мишки Тедди. Около пересечения нарисуем пару точек для глаз. Вот здесь вот, вот один, второй. Чуть ниже нарисуем овал, а внутри его маленький нос. Здесь рисуем овал такой. Такой вот у нас будет овальчик. А внутри его рисуем вот здесь вот носик. Маленький медвежонка. Такой вот носик. И добавляем уши. Одно ушко. Такое вот у нас будет с вами. И второе ушко. Такое. От головы теперь проводим к ногам дугообразные линии. Тем самым показав руки медвежонка. Вот отсюда берем. И проводим одну и вторую также. У нижних овалов также проводим дополнительные линии для выделения ног. Это вот здесь вот. Вот отсюда вот так ведем. Сюда вот. Вот один овал. И на другой также. Отсюда ведем. Вот. Такие вот у нас ноги получились у медвежонка. Сейчас придадим небольшой мохнатости голове. Для этого по контуру делаем часто небольшие черточки. Вот так вот.
Наушки тоже делаем. Черточки. Такие у нас черточки получаются. Так делаем по всему контуру черточки. И вот здесь теперь продолжаем. Такие вот черточки. Пишите в комментариях, а вы рисовали уже? Пробовали мишек Тедди рисовать? Так. Еще чуть-чуть, несколько черточек сделаем. Так вот. И у ушка тоже. Теперь вот здесь вот рисую такое внутри ушка. Еще маленькое ушко. Вот. И здесь также. Внутри ушка рисую. Вот. Чтобы у нас было похоже больше на ушко. Такое получилось ушко. Теперь рисуем небольшую заплату на мордочке. Здесь мы сбоку ее нарисуем с вами. Такая вот заплата у нас будет. Такие вот черточки здесь делаем с краев. И получается у нас такая вот заплатка. Вот. Здесь брови нарисуем одну и вторую. Такой у нас получается Мишка Тедди. Далее вот здесь рисуем овалы. Такой вот. И на второй также. Такие вот овалы у нас получаются. Далее рисуем такие же черточки на руках. Здесь вот. Пририсовываем. Такие маленькие, небольшие делаем. И здесь тоже делаем черточки. Такие у нас черточки получились. Далее другую также руку делаем с черточками. Так вот. И вот здесь тоже делаем черточки. Такие. Рисуем вот здесь такую вот заплатку. И такие черточки здесь.
И вот здесь еще. Так вот получилось. Теперь также на лапках рисуем черточки. Прорисовываем. Здесь так вот черточки ставим внутри лапки на овале. Такую черточку ставим. И с краев опять черточки рисуем. Такие получаем. И на другой тирапке рисуем черточки. Такие вот. Прорисовываем как следует. Красим. Ребята, пишите, а вы какие-то любите рисунки рисовать? Здесь теперь. Такой у нас мишка Тедди получился мохнатый уже. Вот такой вот у нас мишка Тедди получился лохматый. Я уже стерла все ненужные линии. Сделала его поярче. Теперь будем с вами раскрашивать его. Сначала я возьму синий цвет, чуть-чуть синим раскрашу. Я чуть-чуть синего добавила, а теперь фиолетового добавим. Красим фиолетовым. Почти раскрасила, я докрашиваю уже, мне осталось совсем чуть-чуть. У меня вот такой вот получается мишка от Тедди. Напишите, каким цветом вы его раскрашиваете. Какого цвета он у вас получился.
Я вот его крашу синий с фиолетовым. Поэтому у меня вот такой вот получается. Синий, фиолетовый. Синим я сначала вначале покрасила. Сейчас вот фиолетовый. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Понравился вам этот мишка Тедди, которого я нарисовала? Такой вот он у меня получился.